Нам нужен агент, который что-то там может быть. Короче, говорит, надо идти тебе в темную зону вот сюда. Понял, сейчас мы туда сходим, но сначала мы сходим в Белый дом закупаться всякой хуйней. Закупаться и продавать. О, база операций лучше. Агент, спасибо за тяжелую работу по улучшению, блядь, операционной базы. У нас есть CCTV-камеры, где-то там по всему DC и так далее. Есть еще похавать у нас тоже. Здесь есть похавать, вода и медикаменты. Мы сможем давать цивилинам все, что им нужно. Что-то типа такого. Белый дом возвращается к жизни. И это все твоя заслуга. Да, ебать. Все моя заслуга. Так, продать нахуй, продать весь джанк тебе, держи, блядь. И вот этот джанк, и вот вообще все нахуй продавать можно. Забирай. Да. Конфликт. Enter conflict by selection. Так, значит, войдя в конфликт, в меню конфликта, на мегакарте. Короче, какой-то матчмейкинг тут есть. Выбираешь карту, Джорджтаун, стадион и так далее. И повышаешь свой конфликт уровень. Понял, изи. Здорово. Чё мы тут можем? Это нам не надо. Меня интересуют перки. Вот хочу магазин анлокнуть, давай. И еще один. И прицел хочу еще один. И компенсатор давай. Хотя мы нашу винтовочку хорошо обвесим, будем как нормальные парни тут ходить. И давай еще магазин. Даже не считаю, что они там дают, просто магазин и магазин. Все, что мне сейчас интересно. Все, спасибо, мать. Да, моддинг, да, got it. Да, я понял, got it, спасибо. Го моддить наше оружие. Магазин, что у нас тут есть? Так. Магазин слот. Плюс 20 стабильность, минус 10 урона элите. А почему это так? Ну ок. Ну ладно, сбалансированный магазин. 15 крита, но минус 15 перезарядка. Минус 15 перезарядка это не кайфово. На самом деле, оптимал рейндж и стабильность минус. А прицелы есть? О, прицелы. 25 оптимал рейндж, минус 15. Да, вот этот возьмем. А коуч, чё бы и нет. Так, МП5. Нет, тут прицел вешать не будем. Ага, small suppressor. Плюс 20 точность, минус 15 оптимальный рейндж. Нормально, суппрессор пойдет. Перейти уже с глушителем. Можно покосплеить стелс какой-нибудь. Это хорошо. Agent in need of backup. Давай посмотрим, что там. Турелька у нас есть, кстати. Выберите турель. Это что за турель? Это обычная турель, да? Она просто стреляет. Эта турель сейчас будет поливать огоньком всех. Да, это зажигательная.
Ну, надо стрелять какими-то точными пулями, понятно. Ну, хуйня все, короче. Low prices, big selection. That's what I've got. Greetings. You rule, agent. I'm happy to have made a deal. Уа, какая погода, дождь пошел, круто. Тут ребята какие-то чили. Погодка кайф, вообще ничего не видно. Прям рели. Темки в такую погоду, прям, наверное, пиздец с другими игроками, вообще шик. Опять какой-то челик залип. Присев. Так, что там впереди происходит? Кто это? О, прицел теперь вон. Прикольно, можно так целиться. О, это враг, я понял. Далека было непонятно даже, что это за ребята тут. А он еще пачка гейн идет. Сейчас мы им, блядь, объясним, нахуй. Под патруль, блядь. Держи гранату, друг. Хлоп, нахуй, сейчас. Троих. Отлично. Проходим, проходим. Так. Где он? Ну, с этого прицела, кстати, даже поудобнее как-то. Чуть не ожидал, что так будет удобно от первого лица с винтовки стрелять. Так, какая-то сайт-миссия тут. Ну, давай заглянем сюда быстренько. Раз уж по пути уже. Так, зачистить. Опа, а это не гиены, да? Это какие-то трусыны. Бывшие полицейские, да, вот этот спецназ. Ну, это... Эти ребята, блядь, посерьезнее должны быть. Трусанс. Чарч, огребай нахуй. А, это еще гиены, что ли, ворвались? Или... А, это ворвались гиены? И вот эти челики, ну-ка, ну-ка. Да, они пиздятся друг с другом, это две разные фракции. Истинные сыны и гиены. У меня от этого, блядь, ни горячо, ни холодно, по сути. Мне не сейчас и тех валить, и те на меня агрятся. Блядь, говорит, я его не вижу. То я тебя отлично, блядь, вижу через мой новый прицел. Оп. Access Research Area. Ок, это где? Это куда? Куда-то наверх. Какой-то тут архив, какая-то библиотека. Видимо, нам нужна какая-то инфа. Или сервера опять кем-нибудь починить. Agent requesting backup. Вводим код. Открывайте. Отлично.
Так, еще сыны битвы, блядь. Блять, как же они дробовичками-то нормально рашат. Блять, огнетушитель. Ладно, не в этот раз, я понял. Так, это что, челик? А, это пулеметчик с кулачком, да? Судя по тому, как он свинцом меня поливает. О, огнетушитель. Он задел челика, его дезориентировало. Но дезориентация стала очень неприятной, потому что управление чаром и управление камерой, они инвертируются, когда ты дезориентирован. Это вот не кайф. Целая эпоха ушла. Больше дымовые шашки себе под ноги не покидаешь. Давай, иди сюда. Что-то там лег, блядь. В целом даже и лежи, не вставай. Так, получите доступ в архив. Получаю. Архив. Хуёвый такой архив, блядь. Тут всю воду уже залили. Декларация, мы походу декларацию вообще хотим забрать. Да, это национальный архив, seriously. Декларация независимости, или как она, которая была в этом фильме. С, блять, как же актеры этого зовут, забыл. Блять, сокровище нации фильм. Нормально, да, вот так рукой поставил, подержал и забрал. Так, декларация говорит... у тебя все, пора съебываться. Николас Кейдж, во, ебать, я вспомнил. Он воровал декларацию независимости в этом фильме, вот мы. А мы ее типа защищаем. Вот эти вот сыны, истинные сыны, это истинные сыны Николаса Кейджа, блядь. Или как там звали его персонажа, я не помню, поэтому будем считать, что Николаса Кейджа. Так, огребай. Нахуй, говорю, Division, да? Ты хорошо подумал, блядь? Кружайте его, давайте быстрее. Да-да-да, ребят, давайте быстрее. Быстрее выйдите, быстрее я вас развалю. А, нет. Тут я поспешил. Сука, 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 сука. Душит? Так, где там золотой наш пулеметчик? Сука, еще один. Блять, да сколько вас? Ребята, это вы все из-за декларации делаете? Вы ебанутые? Нахуй нам он сдавать? Блять, не на Кремикон же какой-то, блять. Не книга мертвых. Бум. Отлично. Мы ее доставим в Белый дом и там будем охранять. Это будет посланием. Ну, типа даже, блядь, истинные сыны, нахуй, хуем, а не декларация. Так, дали сундучок. О, вектор дали. Вектор, он в какой слот идет? Он идет в этот слот. Ну, прицел на вектор это шквар, а вот глушитель. Глушитель поставить можно. Все, погнали. Вообще, между прочим, я в темную зону шел, да.
Здорово, работяги. В курсе там перестрелка рядом, да? Видимо, не в курсе. Ладно. Воркинг, ебать, тут же челики есть, которые занимаются работой просто. Клуб заберу. А чё, как вы тут работаете? Гифт 30 компаний, давай дам. О, классический модина. Говорит, спасибо, помог с работой. Ладно, удачи вам, ребята, давайте я пойду дальше. Дарк зона востока. Сложно. Сложно, не могу понять. Для начала нужно пройти через ворота. Ага, вот они, ворота. А тут, блядь. Нахуй, говорит, окей, окей. Еще одна попытка и все, на нахуй. Ебанутый. Да, конечно, она сейчас откроется, ты пару раз еще прикладом ударишь. Ебать, она маршрут выбрала. Фух, прям. Тыц! Домой. Open gate. Так, открывай, говорит, ворота, открываем. Ворота! Темная зона, я иду. Камазку ты одеть не хочешь? Мы в темной зоне. Или еще нет? Здесь есть деактивированный, ну, неактивный чекпоинт у главных ворот. Вот, наверное, чекпоинт, да. Все почти как первая часть пока что. А тут, конечно, бомжатник лютый. Тут, наверное, какой-нибудь челик потом будет сидеть, продавать что-нибудь или там рассказывать, как обычно. В общем, думаю, все еще тут изменится к лучшему. Так. Опа. Противогаз. Reach scan location, 200 метров, понял. Вырываемся в темку. Team primarily consisted of first responders. Everyone just wanted to help out. We were guarding the supply depot. Countless vaults concealed the contaminated dead, and the containers filled with DC-62. I was lucky. I can't say the same for most of my friends. Что-то рассказывает про то, что тут случилось, там какой-то DC-62, тут что-то там, видимо, новый вирус, еще что-то. Мне, говорит, повезло, а вот там остальным не очень. Вот тут там я вижу челика, которому уже очень не повезло. У него топор в голове застрял, да? Надеюсь, мне сейчас тут ничего плохого не случится, пока буду разглядывать. Пресев. Саундтрек качает. Резко, понял, надо сканировать область. Вау. Карта обновлена. Так. Тебе нужно какой-то военный лагерь, короче. Жадность, говорит, это лютейший мотиватор. И все такое. Короче. Короче, как обычно нам рассказывают, темная зона плохо, жадность тоже. Будь осторожен и все прочее, никому не доверяй. Типичная монология про темную зону. Так, tech supplies. Опа.
А это кто такой? Что за бандосы? Видимо, про них она меня и предупреждала. Сука, наметил. Но сверху падения они не ожидали. Работаем. Так, это... А, видимо, я их отмечаю на карте. Чтобы потом другие могли прийти их забрать. Ну, видимо, вот отсюда тоже все начиналось. И тут вот, типа, зона отчуждения. Это тут много побросали все. Куча техники всякие и еще. Так. Reach scan location by еще одну локацию надо сканировать. Понял, погнали. Ну это типа так, я понял, обучение. Здесь сейчас ни игроков, ничего нету. Оп, водичку, это я зря. Какой же тут, наверное, запах отвратительный. Хотя я же, мы сейчас же в респираторе, поэтому ладно. Терпимо, я понял. Ну вонь тут, наверное, лютая стоит. Ну слушай, ну тёмка прям... Ну круто выглядит, круто. Area scan. The echo seems to be located by the body storage vault. Так, нам нужно какое-то хранилище еще найти. Пойдем. О, бля, слушай, как же это все круто выглядит. Я кайфую. А еще, наверное, в какой-нибудь дождь или ночью здесь тоже очень круто, наверное. Какие-то джунгли Амазонки, блядь. Эхо нашел. Ну, давай посмотрим, что тут. Кто-то заразился чем? Можете? Брэдли... Мэйси Ли, Брэдли Эндерсон и Сера Томпсон. Все джети, ОТГ. Ей нужна помощь. Да мы не можем ей помочь. Мы не можем ее бросить. Нам надо уходить. Давай, пошли. Короче, трудный моральный выбор тут. Помочь тиммейту или... Опа! Гиены нахуй. Бать, их много. Давай, блин. Надо вот это место запомнить. Я очень надеюсь, что на релизе вот это вот исправят. Вот специально приду сюда, сука, и посмотрю. А, греб. Отлично. We're getting off mission. Head to the safe room. Кстати, я смотрю, у дрона стало как-то много к этих, много брони. И у меня кубиков стало по-другому больше. Ну или типа они как-то делятся. Радируются меньше. Так, reach the safe room. Это куда? Это туда. Нам нужен safe room. Видимо... Что-то типа убежище, как в первой части были. Ебать, смотри, какой орел здоровый. А надеюсь, он сквозь здание сейчас не пролетит. Нет, не пролетит. Орлы.
Так, Enter Safe Room. Ну, заходим, чё? Normalization. Что там про уравнивание статов? Нормализация? Что-то там не везде работает, я так понял. И там что-то еще. Короче, что-то поподробнее про нормализацию. Это хорошо. Так, включаем питание. Тук-тук-тук, все загорелось, отлично. И второй генератор надо, да, еще включить. Это вообще просто кнопка в стене, а не генератор, ну ок, ладно. Так, включите систему охраны. Система онлайн. Включаем, там подрубаем, нормально. Все заработало. Заебись. Теперь надо включить турели на чекпоинте, то есть мы систему охраны в ДЗ что-то там подрубаем. Теперь надо еще чекпоинт починить. Идем в чекпоинт тогда. Exiting dog zone. Contaminated gear detected. A significant amount of advanced and powerful weapons were also left behind as a result of the evacuation. Короче, рассказывают про то, что много всякого хорошей снаряги здесь оставили во время эвакуации. И теперь эта снаряга, блядь, она может достаться любому, кто не засыт залезть в темную зону. То есть всяким гиенам, блядь, там трусынам и вот этим всем чепуховным ребятам может попасть в руки, блядь, жесткое оружие. Мы как агенты движения такого допустить не можем. Так, меня кто-то услышал. Они что-то поняли. Бу. Где мой прицел? ДЗ левел ап. Хорошо. Первый уровень ДЗ мы достигли. Так, где там контейнер со снаряжением? Да я уже один открыл такой, чего. О, по-моему, мне дали. Мне ее не дали, я понял. Мне надо эвакуировать. Иди, говорит, на точку эвакуации, вызывай вертолет. Сдавай шмотки, их очистят и тебе вернут. Потому что я там какую-то снайперскую винтовку подобрал. Once you fired a flare to request an extraction, wait for the helo to arrive. Once it does, secure whatever you need to be extracted onto the cable. Just remember, unless your gear is airborne, someone else can claim it. Don't trust anyone. Не доверяй никому. Говорит, вызовешь вертолет, об этом узнают все. Могут прийти сюда. Don't trust anyone. Ну, быстро он пролетел. Ну, видимо, это чисто в плане обучения, так он все быстро происходит. А может и нет, может быть действительно будет быстро полетать. Осторожно, говорит. Кто-то сейчас входит в ДЗ через главные ворота.
Мы тут закончились. Возвращайся в чекпоинт и включай турели. Все, и вертолет улетел. Хорошо. Бом. И ты давай отдыхай. Блин, у меня СВД, я хочу за... Сука! Где мой СВД? Так, включаем турели. Защищаем чекпоинт. Так, турель ты меня прикрыла, молодец. А вон еще одна. Так, у них там медик выбежал, ого. Медиков я еще не видел. Кто там еще, блядь, хочет? Ебанутый на турели бежать. Почти закончили. Выходи из темной зоны. Что-то там с терминалом надо сделать. Все, выходим из темной зоны. О, минот. Это была ракета. Он ищет Грута где-то здесь. Да, это вообще вот все последствия этого, как, блядь. Это все последствия войны бесконечности. И это была ракета. Нужно заюзать терминал и загрузить информацию об этой ДЗ. Значит, типа, теперь другие агенты могут пользоваться. Но будь осторожен, потому что я видел, как даже хорошие люди делают ужасные вещи из-за жадности, даже агенты, типа. Ну, как обычно все. Да, вот какая-то такая тут тёмка. Прикольно.